Акцент на динамичное развитие производственных предприятий – одна из главных прерогатив руководства Алматинской области. На сегодня в регионе насчитывается 7898 действующих компаний, деятельность которых включает в себя полный цикл производства различной продукции. В их числе и птицекомплекс ТОО «Примакус», производственная мощность которого составляет порядка 17,5 тысяч тонн мяса птицы в год. Предприятие, расположенное на территории Уйгурского района, обеспечивает стабильной работой более 500,5 человек. Наш корреспондент расскажет подробнее. Прошло уже более 2 лет, как ряд производственных предприятий Алматинской области пополнила компания «Примакус», специализирующаяся на производстве различной продукции из мяса птицы. По словам руководства птицефабрики, расположенной в 25 километрах от села Шонджи в Уйгурском районе, запуск в первой очереди предприятия состоялся в декабре 2022 года. Его производственная мощность составляет 17,5 тысяч тонн готовой продукции в год. К слову, предприятие выпускает качественную продукцию из мяса птицы, колбасные изделия и полуфабрикаты под торговой маркой «Чикаделли». ТО «Примакус» – это новое динамично развивающее предприятие в Алматинской области Уйгурского района. Стоимость первого проекта 33,5 миллиарда тенге. Благодаря птицефабрике создано более 560 рабочих мест. Предприятие выпускает качественную продукцию из мяса птицы, колбасные изделия, полуфабрикаты под торговой маркой «Чикаделли». Хотелось бы, чтобы предприятие было градообразующим и важным для района, чтобы были рабочие места. У нас очень хороший социальный пакет. И уровень Казахстана в производстве мяса птицы повышался, чтобы мы выходили даже на экспорт. Заработная плата здешних работников составляет более 300 тысяч тенге. Птицефабрика оснащена современным техническим оборудованием, позволяющим минимизировать контакты с птицей. Следует отметить, что в сентябре текущего года предприятие приступило к строительству второй очереди стоимостью 10,5 миллиардов тенге. Запуск запланирован в середине 2025 года. Специалисты уверяют, что это позволит компании увеличить производство мяса птицы до 26,5 тысяч тонн в год. Линия убоя у нас стоит польского производителя «Шляхетсталь» с производительностью 6 тысяч голов в час. Значит, линия оснащена всем автоматическим оборудованием, то есть все, весь убой происходит автоматически. Люди только на некоторых этапах контролируют процесс, контроль качества. Далее птица заходит в туннель воздушно-капельного охлаждения, где она находится порядка 3 часов, где охлаждается до температуры до 4 градусов Цельсия. После того, как птица охладилась, она выходит на участок разделки и упаковки, где она упаковывается цельной тушкой или разделывается на разделочной машине. Значит, после того, как тушка разделалась на части, все согласно плану производства, согласно заявке, взвешивается, упаковывается и поступает в камеры охлаждения или замораживания для дальнейшей реализации. Стоит отметить, что птицекомплекс ТО «Примакус» был создан в рамках государственной программы «Экономика простых вещей» и имеет свой комбикормовый завод мощностью 40 тысяч тонн в год, инкубатории, площадки для выращивания бройлеров, цех убоя и переработки. В дальнейшем в планах руководства компании строительство третьей очереди. Жандос Назарбаев, Жандос Умербаев, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область.